Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Апрель 2021 года стал настоящим звездопадом для российских артистов. Только за апрель ушло более 40 известных актеров и артистов. Многие из них были молоды. Месяц мая продолжил печальную тенденцию. Очевидно, что в историю 2021 год войдет как трагический год для российского искусства. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. К большому сожалению, месяц мая продолжил печальную тенденцию. За неполный месяц ушло 26 артистов. Если вам были дороги артисты, напишите комментарий и поставьте лайк в память о них. Им было бы приятно знать, что их помнят и любят, ведь всю свою жизнь они посвятили на радость нам. Помимо артистов уходят и другие известные люди. Так стало известно, что сегодня не стало еще одного замечательного человека. В Уфе после болезни на 90-м году скончалась детская поэтесса и ветеран журналистики, заслуженный работник культуры Альфинур Вахитова. Долгое время она работала в детских журналах, писала сценарии к мультикам. На ее счету масса детских рассказов, главной идеей которой было научить детей добру и уважению к другим.